Об уникальной находке сообщают археологи. Во Львовской области раскопали кладбище первых в Западной Украине христиан. Галина Якушка. Обо всем подробнее. Галицкая Венеция. Так в древние времена называли город Буск. В 50 километрах от Львова здесь протекали 5 рек. Сейчас их осталось 4, и они очень обмелели. Местные жители занимались рыболовлей и охотой. Мы такую воду из щуки голову вытянули из новой ямы, из подвала. Дуже величезная рыба, засушена голова, и мы ее вытяжили. Такая щупак, такого, я такого не видел. Просто, вы понимаете, это гигантские рыбы. Раскопки в Буске ведутся уже 18 лет. В этом парке нашли наконечники от стрел и первые документы, написанные на бересте, которые датируются 15-м столетием. Буквы выдавливали специальным инструментом писалом, но то, что нашли археологи накануне, удивило многих. Под слоем земли в местном парке выявили захоронение первых в Западной Украине христиан. Доказы перед вами, что церковь была, и только треба ее найти. То есть залишки, фундаменты, мы больше ничего не знаем. Есть долівкова плитка, есть цвяхи и есть цвинтар. Это три ознаки, бо цвинтари были только, как мы говорим, могильники, только при церквах. Вот на этой плитки в церкви наши предки стояли на коленях. Ее делали из глины, красили в 3 цвета – коричневый, зеленый и желтый. Такая их подборка свидетельствует о том, что церковь построена в 12 веке. В дальнейшем плитку использовали исключительно белого цвета. Раскопать древние кладбища ученым помогали студенты-археологи и местные жители. Связок с глубиной веков відчув. Цікаво побачити, скажем так, навіть нехай кістяки тих людей, які тут перші селилися, будували свої житла, ловили рибу, полювали. Найдені останки ученые уже исследовали и снова захоронили на том же месте, а отпевали их уже современные священники. Галина Якушка, Юрій Голубінка, подробности, телеканал Интер, Львовская область.